Вот выслушай народ мой слово, я говорю Господь. Громире от фиткен де сопет фрем. Как велико еще сгустятся тучи над народом моим. И бит крамуна усескен. И битва будет велика, я говорю Господь. И бат крамуна лудер одесом. И ты размышляй в жизни своей, как много посылает Господь милости в жизнь нашу. Агат крамуна уэсип эй. А для чего ты думаешь, это народ мой, я это делаю? Герфремен дот ту фар де тей. Потому что я готовлю тебя, дабы дни испытания не застали тебя врасплох. Термине гута руфес кемен глойзе. И когда ты выйдешь на эту брань припоясанный силой моей, говорит Господь, то рамен пот крабите уэскен. Враги твои будут брошены как бы пращею. Ох, крамун устемен эйдес камен. Но не смогут устоять те, которые ходят распоясаны. Гир фрамуна уте север фремен. Которые не заботятся о том, дабы сила моя и слава моя пребывала в ихних сердцах. Гей крамина уэскем клон. Обеспечили, сняли припоясание и сели отдыхать. Ага, скром буфет кремена. О, если бы я открыл тебе наследие мое, как близко это время битвы. Грен туфар бит крил ау эскам. Как много ты бы сегодня искал лица моего, искал бы припоясание от духа моего. Рогете скриту фарба глиз ау эскам. Поэтому я говорю тебе, наследие мое, скажи каждый ближнему своему. И гите руфа бит кремена лобе. Готовься, готовься, идет битва. Гид крамуна улеси эйдес. Приближается время испытания для народа моего. Герфремен тупет каледен эйдес. И я зайду в каждый дом и буду испытывать внутренность народа. Ардаста рамана баладотер галей. Как устоишь, не имея силы. Герфримен ухагусте ремен галей. Но сегодня я даю время милости, говорит Господь. Ирбит крамуна рукескре эйдес. И посылаю вестник своих для того, чтобы известили волю мою. Ах, рамана лада рабика эйдес. И если ты сделаешь чутким ухо свое, то дам да скидка лемен. То я дам все необходимое, дабы ты прошел дни испытания. И рибе дуфар бит крылем. И вышел победителем, держась за руку мою. Ах, рамана гата скабар. Ах, верных я буду проводить своими путями. Рибата рабати бит колодец. Ангетина улетит, потому что ветер поднимется великий. Ор, малалау, деска, и будет устремляться на каждый дом. Рамен, рамелелелелей, дескими. Но у которых основание имя мое, тот будет стоять твердо. Рамалала, дескими, кремелелей. И не будет шатани в жизни его. И будет рамуна утесубес. И будет он препоясан силой моей и словом моим. Ор, дит. А я буду поворать за них и буду вести их своими путями и укреплять их в шествии их. Гир крамалалуде уста. Потому что я Бог милостивый и смотрю на наследие свое. И гарф рамалалада рибет холомен. Как часто враг пугает и говорит, как устоишь. А бит крит круфат комен. А я говорю, в этой битве надеющийся на меня будут стоять твердо. Ир, оландес кромер фадес. И если откроете ухо свое и будете послушны глазу моему, то будто рулески кромлейд. То я буду вести вас, а вы отче, и держать своей сильной рукой. Армена дерабелебеле глойд. Так что окружающие будут смотреть и удивляться, как твердо стоят они в своем деле. Ах, крадера мене гломец. Ибо многие строения вокруг будут иметь трещины. Гирбатар буэс крэээ. И стоящие во главе народа моего будут разводить руками и говорить, от чего это случилось. Гиркрут ургиркахаудэском. А потому что эти трещины обмазывали грязью, говорит Господь. Рамен, нужно было брать мое слово и делать все прочно и стройно. Рубата крамелебеле гройзи супер. До того, когда придет теснота в жизнь каждого человека, то тука там да стопер фремелей. Будут искать
лицо мое Арменештаузе. И раны тут, к Арменештаузе. И я буду перевязывать раны их, давать исцеление для души их. Арпад к Радарабалабанатустер. И будут искать те места, где проливается моя благодать. Руауэскит к Арменештаузе. Где действие мое слово. И кут к Арменештаузе. Там, где силу имеет кровь моя, говорит Господь. Арбине котец куме. И я выведу народ свой, он будет шагать стройно. И буду сопровождать чудесами и знамениями. И бит карамана ландецко. Так говорил народу моему Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.